А вот новая сказочка про братьев Пузини. Она называется «Каждому свое». Жили-были добрые песики, братья Пузини. Их домик стоял на краю леса, рядом с яблоневым садом да грушевым. Ведь братья Пузини работали там сторожами. Они охраняли урожай от воров. Однажды братья заспорили, кто самый пукий. Один брат сказал: «Я пукаю громче». Другой ответил: «Зато я вонючее». Так они спорили, спорили и не заметили, как наступила ночь, и в сад за яблоками полезли подлые воры. Паша и Андрюша полезли через заборы, полезли с большими мешками. Нет, чтобы просто зайти в сторожку к братьям-песикам и попросить: «Добрые собачки, дайте нам несколько яблочек, не кислых, а сладеньких, вкусненьких». А у Пузини всегда были яблочки-падалицы в запасе. Как не сами съедят, так других угощают. Но вместо этого подлые воры Паша и Андрюша полезли через заборы и стали трясти деревья. Шух-шух-шух-шух-шух, шелестят листья. Паша внизу стоит, собирает, а вот Андрюша забрался на грушу и трусит плоды. Груши падают, стучат, Паша от них уворачивается, уворачивается и злодейски оглядывается. Да быстро-быстро в мешок прячет. Тут братья Пузини все же услышали шум и перестали спорить. «Видишь, — сказал один брат, — пока мы спорили, в сад забрались воры, перелезли через заборы». «Ой!» — ответил второй брат. И они побежали пугать воров. А ведь ночь, а темно, и не видно ничего. Прибегают братья к той груше, на которой сидит вор Андрюша, а внизу суетится вор Паша, прячет груши в мешок и все шепчет: «Мне все мало, 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 давай еще тряси больше, шибче!» Братья Пузини им говорят: «Руки вверх, вы арестованы!» А воры смеются: «Мы, говорят, вас не боимся». «Ну хорошо», нахмурились добрые песики, «мы вам сейчас покажем». «Это мы вам покажем», крикнул сверху вор Андрюша и бросил в Пузини твердую грушу. Ой-ой-ой! Груша попала одному из братьев в лоб, и там сразу выросла шишка. Тогда Пузини сказали: «Мы пукие братья, бойтесь нас!» «Ха-ха-ха-ха!» – рассмеялись подлые воры. «Я пукаю громче!» – заявил один брат и пукнул так, что вор Андрюша свалился с груши. «А я вонючий!» – добавил другой брат Пузинь и тоже пукнул. Ворам стало так плохо, что они побросали мешки и убежали. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец.